Дорогие подписчицы, сегодня хочу продемонстрировать вам в работе тональную основу Grammy Air от MacU Pro. Это тональный крем, который дает стойкость 36 часов. В моей модели кожа склонна к жирности, и в центральной части лица жирный блеск проявляется в течение часа. Сейчас я поделюсь с вами секретиками, как создать идеально стойкий тон и при этом создать вуальное невесомое покрытие. Итак, слушайте внимательно. Я нанесла все продукты ухода и подготовки кожи лица. Но сейчас, для того, чтобы данная основа легла максимально стойко, я дав продуктам поработать, снимаю их с лица. Использую тоник бренда Monli Pro для жирной кожи. И после этого приступлю к тонированию. Количество продукта я распределила на планшетке. И буду набирать ее очень тоненьким слоем и распределять по поверхности кожи. Да, я наношу продукт на очищенную кожу. Стараюсь работать достаточно быстро, потому что продукт очень стойкий. Продукт моментально фиксируется на коже. Но для того, чтобы получить стойкое покрытие, для того, чтобы создать идеальный тон на 36 часов, и чтобы блеску не дать шансов проявиться, я использую именно такой способ тонирования. Что хочу отметить? Тон ложится очень тонко, очень хорошо тянется, хорошо наслаивается и очень хорошо перекрывает. Я довольна его работой в самостоятельном виде. И скажу откровенно, в чистом виде я работала им редко. В основном я его подмешивала для того, чтобы создать эффект более стойкого покрытия. Но сейчас я очень довольна результатом. И скажу откровенно, я уверена, что он очень комфортен на лице. То есть я вот стою рядышком, наслаиваю продукт и вижу супер вуальное покрытие. При этом выравнивается оттенок кожи, при этом, как вы видите, снивелируется покраснения, и даже при наслойке я абсолютно не читаю текстуру тонального крема. Кожа остается словно не покрытой, но при этом ровной, при этом гладкой, и что самое главное, слегка подсвеченной. То есть тон матовый, но при этом дает подсвечивание кожи.